Первая часть прервалась у меня, друзья. Орехи я купила. Миндаль. Вот я иду. Рыба и мясо. Но уже тоже, как я вам говорила, и рыба, и мясо здесь очень дорого. Покупать смысла нет. Вот видите, соленая. Смокт. Ну, может быть, копченая даже, да? Это селедка простая. 3 фунта за 250 грамм. Ну, мыслимо. 1 килограмм 12 фунтов. Не знаю, какую, я не готова покупать. А вот еще. Я тут показывала. В Теско я покупаю все время бекон. Он стоил 60 за килограмм. 60 пи. По упаковке килограмм. А сейчас он стоит 57, еще дешевле. Вот. И вы знаете, всем, кому я показала, как-то особо же трудно найти. А кому я показала, все теперь меня благодарят и говорят: боже, мы яичницу жарим с ним. Мы и варим суп. Он копченый, суп с гороховой, с копченостями. И до чего это вкусно. Вот здесь, кстати, я смотрю, я не вижу. Он не везде бывает. Но вот в Теско-то точно бывает. И мне вот такие вот комментарии написали, что вот типа того, что я такая привередливая, там масло заплевала сливочное, что оно плохое, пальмовое. А вот беру бекон этот, обрезки. Ну, вы понимаете, я еще раз подтверждаю, что это правильно я делаю. Потому что бекон вот такой дорогущий, очень вкусный он, хороший. Он считается как бы высшего качества, да? Вот когда его вот делают вот такую нарезку, видите, нарезка тоненькая, это делают на машинах. И потом, когда остается край от огромного куска этого бекона, машина его не берет. И вот эти края, бывает, что не захватывает машина. Вот они все остаются, они сбрасываются в специальную тару там. И потом вот это вот сформируется тоже по килограмму. И вот эти обрезки продаются. То есть это тот же самый бекон, который можно купить втридорога. Вот, видите, руб 49 за 200-300 грамм. Руб 59, а я покупаю килограмм за тот же самый бекон. Поэтому, друзья, как уж вы тут меня, я не знаю, не поняли, я все правильно вам объяснила. Так, идем дальше. Ну вот опять рыба. Макрель. Макрель — это скумбрия, как вы знаете. Ой, я орехи грызу, друзья, вкусные. Вот. Макрель, руб 49. За 200 грамм. Ну, может быть, и ничего, конечно. Вот это вот макрель. Это горячего копчения. Два кусочечка. Колбаски. 200 грамм, руб 49. Ну, дорого, не могу. А вот так захотела селедки. Вы знаете, вот купила я вот эту селедку в банке. Думаю, нормально. Что вы думаете? Ну, во-первых, в ней напихано уксуса невозможно. А во-вторых, вот такие вот рулетики сделаны. Видите, вот она закручена. Не поймешь, что это такое. А у нее сделан рулетик. И внутри соленый огурец. Вот соленый огурец кусочек. И обмотана вот этой вот кусочком тоненькая-тоненькая филешка этой селедки, которая видала виды уже, по-моему. Она просто как тряпочка. В общем, а стоит довольно-таки дорого, вы знаете. А, вот я за 2,49 покупала, сейчас ее скинули, руб 99. Но все равно дорого, друзья. Не берите, если кто живет здесь. Ну, вот моцареллу я беру. Здесь всего вот один такой кусочек в воде. Видите, вот такая упаковочка. Вот она, 45 пи стоит. Я ее беру, я ее добавляю. Вот 49, другая моцарелла тоже. Ну, в принципе, не знаю, наверное, подороже, получше. Возьму обязательно. Вкусная, мне нравится. Вот есть такая вот натерка моцарелла 49. Вот, сыров очень много, скажу я вам. Органик грик. Недорого, но не нравится мне. Сейчас вам покажу, что я всегда беру. А вот я беру всегда вот этот. Халуми Бургерс. А... Но здесь что-то 2 фунта, он дорого. Я его за фунт 50, по-моему, покупала. Сейчас еще посмотрю. Еще мне нравится вот наподобие козий сыр. Упаковочки для гриля. Нет, вы знаете, не вижу что-то.
Вот эти все нарезки, у них этот обычный чеддер сыр. Не знаю, мне не нравится. Он не выстоянный абсолютно, он к ножу липнет. Я люблю сыр сухой. Ну, в общем, не будем привередничать, конечно, кому что нравится. Ну вот пошла уже молочная продукция. Вот эти вот йогурты. Знаете, мне вот эти нравятся очень, вот Грик. Особенно вот сейчас стал появляться вот этот новый, как какой-то распасовки. Сколько тут его? 500 грамм. Он без всего. Я не люблю с добавками ни с какими. Сахару напихают, я это не хочу. Ну вот он мне что-то очень понравился, так как какая у него цена. 1,39 фунта. Знаете, очень вкусный. Возьму я его. Да. Вот. Вообще, сейчас попробую вам сметану показать. Забыла, как она здесь называется, но попробую найти и вспомнить. Нет, что-то сметаны не найду, друзья. Не вижу. Вот этот все йогурт натуральный. Всякий разный. Очень недорого стоит. Вот этот коттедж чиз, кстати. Это вот кусочками такой, знаете, творог кусочками. Малюсенькими кусочками. Вот такой в сметанке как бы. 64 пи, вот. Цена неплохая. Не знаю, почему он так дешево. У нас он обычно очень дорогой, вот этот. Кусочками творог. Как он называется? Опять уже все, забыла. Нет, сметаны не нашла. А вот нашла еще вот это. Вот смотрите, что это такое? Скир. Натурал скир. Это кефир, что ли? Первый раз вижу. Я не показала вам, у меня, по-моему, камера там застряла. Я купила еще вот такие сосиски. Это германские. Франкфурт, видите, производит. Сколько тут грамм? Так, сейчас посмотрю, сколько грамм. 350 грамм, вот 89 пи. Они очень даже неплохие. Ну вот молоко, цена как везде. 1 фунт за 1 литр. 1,49 за 2 литра. Здесь еще и дорого. Нет, вот. А нет, опять 1 литр, 1,09. Дорого. Ну вот тут целая огромная секция. Для дома, для семьи называется такое всякое. Видите. Что тут только нет. И того нет, и этого нет. Чего надо, того и нет. Ну вот иногда что-то ищу. У меня вот засорилась на кухне труба. Купила вот этот, знаете, проливать, чистить. Как он у нас называется? Не помню, но вы знаете, наверное, про что я говорю. Очень дорого, друзья. Пол-литра. Пакет пол-литровый. Бутылка. 3,99. 4 фунта. Пришлось заплатить. И тут же я его весь и вылила. Его пол-литра, оказывается, надо сразу пролить. Там подождать под кипятком. Короче, 4 фунта, значит, вот в унитаз в трубу пролили. За один раз. Так, сейчас еще вам что-нибудь покажу. Да, ну вот я вам не показывала цену на воду, на лимонады, на коку. Может быть, показывала, может нет. Ну вот видите, спарклинг фрут 49 за литр. Миксит 35 за литр, вот такой. Дальше лимонад премиум 30 за литр. А, за 2 литра 30, ничего себе. Огромный. Вот Кока-Кола любимая. 2 литра 42. Вообще как грязи этой Кока-Колы. Вот Пепси-Кола. А Пепси-Кола почему-то подороже. Знаете что? Пепси-Кола Лайт. Паунд 95. Да. Ну вообще очень у них, конечно, все это дешево. Вот. Опять Пепси. А что случилось с нашей Пепси, друзья? Я не знаю. Что, уже не производится в России Пепси-Кола? Ну вот еще я здесь, вы знаете, всегда покупаю в Лидле очень хорошие цены на вино. А так как я дорогое вино себе позволить не могу, как от 20 фунтов за бутылку, вот как там некоторые хвалятся, то получается я покупаю за 5, за 6 в Теско, допустим. А здесь те же самые бутылки, тот же самый Шираз, тот же самый Мерлот,
Вот видите, 3,99, 4,39 каберне, 3,89. То есть они на 2 фунта дешевле. И я вот всегда беру. Вот этот, кстати, савиньон. Вам советую. Очень вкусный, очень хороший. Австралийский. Возьму его. Сейчас еще посмотрю. Ну, вот уже как вы видите, подороже. Вот они пошли, вино. 7,50, 7,99 Шираз моя. А я абсолютно не разбираюсь, как я вам уже сказала. Вот за 10,99 даже каберне. Я не разбираюсь, друзья. И вот вы знаете еще, что хочу сказать. По-моему, оно все какое-то одинаковое. Из-за них даже емкости наливаются. Хоть вы меня режьте. Притом, бывает, что я красное в основном беру. Бывает, что возьмешь, выпьешь, и язык весь красный, и все во рту такое, знаете, как будто чернила ты пьешь. Но не может же такого быть, если он натуральный виноградный. Поэтому я уже думаю, лучше я дешевле возьму ту же самую краску. Да, ну и вот здесь, кстати, самая дешевая водка. Вот видите, 1 литр 14,19. Вот такая вот. Вот Карахманинов. Знаете, нормально. Я ее беру, я ее настаиваю на всяких ягодах. Вот иногда на джинже, на имбире. Очень вкусно. Вот водка. Оно это 700. 9,99. Ну вот, насколько я знаю, в ТСК она 16 литр. Самая дешевая водка. Литр 16. А здесь она 14,19, но все-таки дешевле. Вот еще беру, мне очень нравится сидр у них. Вот, неплохой. Литр 49, бывает дешевле, бывает дороже, до 2 как-то. Этот сидр, ну вот он тут в перемешку с элем. Эль я как-то взяла попробовать. Что-то слышала много раз, что пьют эль, знаете. Ну, думаю, что это такое. Взяла попробовать, но это то же самое пиво, только еще хуже. Я не любитель, я люблю пиво. Уж если пиво, то специфическое, которое только мне нравится. Когда-то Онега пиво. Ой, какое было шикарное. Давно-давно. Вот. А так я пиво не люблю. А вот что-то сидр мне вот этот яблочный с добавлением клубнички. Как-то очень понравился. Вот уже пошла на кассу и вспомнила, что у меня кончилась зубная паста. Вот здесь зубная паста очень даже неплохая. Вот 59 пи, видите, она максимум white, отбеливающая, мне нравится, сейчас попробую. Вот этот Colgate 69, видите, вот я считаю, что это очень дорого. Вот этот вот, не знаю, а нет, это не сенсидив, это что-то другое, недорого. Потом вот этот Dentalux. Тоже неплохой, 59p. Dentalux. Возьму, попробую. В общем, вот это вот такая вот секция. Как она тут? Да, басрум всякая. Вот мужские тут всякие шауэ, бритвы. Вот гели. Вот видите, цены какие. 45,99, вот эти пузыречки, все шампуни дешевые. Очень дешево, я считаю. Вот смотрите, 49 даже. Кондиционер, экстракт. 400 миллилитров, 49 пи. Ну это же совсем дешево, друзья. Вот эти палочки ушные. Что они тут? Вот там 35 пи. Вот такая упаковка. 35 пи, представляете? По-моему, тоже дешево. Вот эти вот диски 140 штук, 48p. Ну, представляете, как дешево. По-моему, это все очень дешево. Вот эти вот для рук, жидкое мыло. Боже, его полно. Так же, как и геля для душа. И скидки уже люди не берут, так они уже и скидывают, и что так они делают. Вот 55p. Вот. Вот эти вот дезики очень неплохие. 49. Угу. Вот эти меня удивляют. White tissue. Это носовые платочки белые. Вот видите, так вот из коробочки вытаскиваются, знаете, да, что-то такое. Сколько их тут, огромное количество.
65 пи, вот это коробище огромное, вам ее хватит, не знаю на сколько. Очень хорошая цена. Так, ну вот лак для волос, смотрите. О, боже, уронила. Вот такой лак для волос, 85 пи, огромный. Ну и тут же вот уже подороже. Вэлла, 2,59. То есть выбор всякий. Ну все, друзья, обзорчик сделала. Иду к кассе. Вторая часть у нас тоже закончилась. Пишите комментарии. Вот. Всего вам доброго. Пока-пока.